Приветствую всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Не забудьте нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А также нажмите колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. В данном видео я покажу, как я вышиваю вот такие губы кукле. Я использую мулине подходящего цвета розового. Я отделяю две ниточки для этого и вставляю в иголку. На данной кукле мне бы неудобно было показывать, поэтому я уже вышила и отфотографировала процесс. Вы будете видеть в уголочке этапы вышивки, а я возьму свой недовяз и просто покажу вам на вот этой голове. На кукле я отступаю от носа 2 ряда вниз и беру 2 петли вправо и 2 петли влево. Вот на этих 4 петлях я начинаю вышивать губы. Итак, представим, что я отступила от носа. Вот здесь у меня нос. Раз, два. Вот здесь у меня серединка. Раз, два. Вот сюда я буду вводить нить. И через 4 петельки я вывожу иголку таким образом. Узелок я не делаю, я потом эту нить еще использую. Небольшой кончик я с этой стороны оставляю. И здесь мне нужно прошить каждую петлю стежками. Я ввожу во вторую и вывожу в третью. Затем снова ввожу вторую и вывожу в четвертую. Получаю второй стежок, затем ввожу в третью и вывожу последнюю петлю. Таким образом у меня 3 стежка получилось. И мне осталось последний сделать. Я ввожу сюда и вывожу на одну петлю вниз. Сначала это я формирую нижнюю губу. Таким образом вниз. Далее такими же стежками мне нужно сформировать нижнюю часть. Здесь будет наискосок 2 прямые петли и наискосок. Вот так я ввожу снова в этот уголок, вывожу сюда по центру. Дальше ввожу снова в эту петлю, вывожу через 2 петли. И оставшиеся 2 стежка формирую, вывожу в уголок. Так. И последний. И снова вывожу в уголок. Последний стежок формирую. Так. Вот это у меня основа для нижней губы. И теперь мне нужно обмотать получившиеся стежки по 2 раза. Снизу вверх я буду вводить иголку, сначала в нижнюю, потом в верхнюю, и так каждые 2 стежка я буду обматывать 2 раза. Первый раз, второй раз. И прям пальчиком я аккуратно сразу укладываю, придерживаю так, как мне нужно, чтобы они друг на друга не накладывались, а только рядом укладывались. Дальше я ввожу снова в нижнюю петлю и теперь наискосок уже во вторую верхнюю петлю. Таким образом.
тоже сразу придерживаю пальчиком, чтобы ниточка уложилась ровно рядом с предыдущей. Теперь делаю два стежка снова уже на двух нижней и верхней следующих стежках. Один. Сильно затягивать не нужно, нужно наоборот держать немного расслабленный, чтобы нитка не стянула вот эти наши стежки, чтобы губа получилась на целый ряд от и до. Не стягивайте. И опять пальцем я придерживаю, чтобы она уложилась рядом, вот эта ниточка. И так до конца. Теперь я ввожу в нижнюю снова туда же и вывожу уже вот сюда. Потом делаю два стежка вот так, снова наискосок сюда и два стежка здесь. Смотрите, чтобы симметрично рот получался, то есть нижняя губа. Когда я заканчиваю нижнюю губу, начинаю формировать верхнюю. Верхнюю я делаю по-другому. Я перекидываю ниточку на эту сторону, ввожу снова в ту же петлю и вывожу в начальную петлю. Верхнюю губу я формирую просто, обматывая нитку за вот эту петлю много раз. И таким образом я просто делаю много-много раз, обматываю верхнюю нитку . Дойдя до конца, я начинаю обматывать другую сторону, второй слой, но уже так, как мне нужно. С краю мне не очень много нужно, с краю не такая толстая губа, поэтому с краю я много делать не буду, я иду ближе к центру. Прокладываю вот здесь, по центру нитки. Опять же, с этого края мне не нужен второй слой, с краю не должна быть губа толстая, поэтому я где-то вот здесь заканчиваю и вывожу ниточку, прям ввожу, ввожу в рот, какую-нибудь петельку нахожу там и вывожу через ряд, через петельку вот сюда. Так, и здесь снова в эту же петельку
и вывожу нить назад. Все, она мне не нужна. Здесь тоже затягивать не нужно. И с этой стороны я уже крючком поддеваю эту нить. Через ряд, через петлю. Второй уголок делаю фита. Вот такие губы у меня получаются. На камеру, конечно, не очень удобно, поэтому вот смотрите, как это на кукле выглядит. Спасибо за просмотр и до следующих видео.